Всем большой привет! Это канал Просто Рецепт. Сегодня готовлю очень вкусные, быстрые сырные лепешки. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Для этих лепешек мне понадобится 200 мл кефира любого процента жирности. Он должен быть теплым. Одно яйцо, 1 столовая ложка растительного или оливкового масла. У меня здесь оливковое. Чайная ложка соли, чайная ложка разрыхлителя, 300-350 грамм муки просеянной пшеничной и примерно 200 грамм твердого сыра. В чашу выливаю кефир, яйцо, соль, масло. Размешаю. Постепенно буду добавлять муку. Добавлю разрыхлитель. Теперь, добавляя оставшуюся муку, замешу мягкое тесто. Не забивайте тесто мукой, оно должно быть мягкое и даже слегка немножко, может быть, липнущее к рукам. Это особенность кефирного теста. Сыр натру на крупной терке. Тесто разделю на две части. Одну часть раскатаю толщиной 0,5 см. Присыплю сыром. Всю порцию сыра разделю на две части. Скручу в рулет. И нарежу рулет на заготовке примерно 1-1,5 сантиметра. Каждую заготовку раскатаю скалкой. Толщина у них должна быть 4-5 миллиметров. И так раскатаю все заготовочки и сделаю такие же лепешки из другой половины теста. Вот такие заготовочки у меня получились. Их я буду обжаривать на сковороде. На сковороду налила 2 столовые ложки оливкового масла. Можно жарить на растительном масле, кому как нравится. Масло необходимо хорошо разогреть и потом уже выкладывать лепешки. Жарить лепешки необходимо на огне выше среднего. Как только лепешки поджарились с одной стороны, переворачиваю на другую сторону. Очень красивые лепешки получаются. Такие прям румяные, золотистые. Очень аппетитно выглядят. Готовые лепешки выкладываю на тарелку с бумажным полотенцем или салфетками. Обязательно, чтобы впитался лишний жир. И так жарю все лепешки. Ну, очень вкусные сырные лепешки получаются по этому рецепту. Не делайте тесто слишком тонким, пусть они будут потолще, тогда лепешки у вас получатся воздушные и мягкие. Обязательно рекомендую этот рецепт к приготовлению. Попробуйте, приготовьте, порадуйте себя и близких. Я с вами прощаюсь, всем до скорых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех благодарю за просмотр этого видео. Всем пока-пока!